За минувшие сутки армянские вооруженные формирования в целом 8 раз подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. 7 из них произошли в результате периодического обстрела позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском, Гедабекском, Товузском и Лачинском направлениях из разнокалиберного стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении Басаркичарского, Чембарякского, Товузгалинского и Гюрусского районов на азербайджано-армянской государственной границе. Оставшийся один случай связан с обстрелом членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, позиции азербайджанской армии, дислоцированных в направлениях Кельбаджарского района. Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет. Во всех случаях подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. О вооруженном инциденте было проинформировано командование российского миротворческого контингента и совместный российско-турецкий мониторинговый центр.